В российской Самаре местное управление ФСБ задержало 27-летнего гражданина Украины. Молодому человеку инкриминируют сотрудничество с украинской разведкой. По версии российских спецслужб, во время допроса он якобы признался в осуществлении визуальной разведки объектов военной и транспортной инфраструктуры на оккупированной части Донбасса, а также в Ростовской и Самарской областях. В украинском министерстве обороны уже заявили, что задержанный в Самаре человек никакого отношения к органам разведки не имеет.